Давайте, ребята, и в этом видео поздороваемся с ребятами. Они это видео увидят вечером. Вы сейчас распечатаете свои призы, которые получили. И еще сделаем одну битву, как я и обещал, на редкий приз. Да, ребята, давайте. Ребята, всем привет! Вы на канале Слава Старт! И сегодня у нас битва Бейблейдов 3! Правильно, ребята. Итак, ребята, давайте распечатывайте быстренько свои Бейблейды и собирайте. Это у нас Волтроект Genesis V3 Gold, золотой. Слава решил его подарить Никите. Давайте его сосканировать дадим. Вытаскивай. И вот, ребята, пожалуйста, Волтроек, вот такой вот золотой красавчик. Вот его тут лепестки. Вот так вот, наверное, двигаются или не? А, да, вот смотрите, он двигается, лепестки его вот здесь вот так вот интересно. Волтроек V3 Gold золотой. Никитки уже появился. Вот, можете сосканировать. Давайте собирайте его. Слава себе взял вот такого вот трактовора, решил он с Никитой поменяться. Смотрите, какой у Никиты крутой Волтроек. Вот это вот у него здесь. Смотрите, иголка какой. Вот так вот выходит, когда он раскручивается сильно, быстро. А после того, как иголка эта прячется, он начинает быстрее атаковать, не быстрее. Он начинает двигаться по арене и атаковать. А это у Славы такой вот выносливый рактовор R2. Апельсиновый, да, вот такой вот оранж, класс, красивый. Давайте, ребят, так, призы свои распечатали, и мы продолжаем, ребята, подготовку к чемпионату. Как всегда, у нас сегодня будет игра до 5 выигрышных раундов, и приз у нас будет, отворачивайтесь. Ребята, я его аж спрятал на шкаф. Да, давайте мне. Вот это, ребята, Вайвран. Один из первых. Да, фиолетовый. Что он такой? Фирмы Хасбро. Да. А что он такой? Потому что это самый первый он был. А потом они пошли делать разными цветами их. Реколор. Я хочу такого. Кто хочет, ребята, такой Вайвран, а? Вот помните, у тебя, сынок, Вайвран был? Такой, помните, вот Вайвран был? У Славы был такой Вайвран. Да, такой Славы. Подделка. Нам все говорили, что это Такаратоми. А это не подделка? Вот, смотри, а вот у тебя есть он, смотри, вот. А вот это не подделка? Вот это у тебя, как она, Штормгура называется, как-то фирма. А вот это не подделка? Но он слабенький. Нет, сынок, это оригинал от Хасбро. Итак, ребята, у нас сегодня крутой приз. Очень редкий волчок. Папа, он его может сканировать? Один, да, этот можно сосканировать. Кто будет первый выбирать? Можете выложить. В прошлой битве Славе я был первым. Слава, можешь брать. Да. Можешь вон брать трактовора своего первого. Хочешь его проверить? Нет, потом. Так, чего потом? Это сразу? Он же ж лежит, короче, как хочешь. Я вот хочу попробовать. Ну, это потом. Ну, Волтрек на Волтрек. Давайте потом. Вылажим. Давайте, пацаны. А я возьму вот кого. Кого? Да нет, это же не Волтрек. Одекса собери, своего сынок. Тут Одекс где твой? Одекс? Вот. Давай, собери Одекса. И давайте, ребята, мы поехали. Игра идет до 5 победных раундов. Слава, Слава, выбирай ты первый, давай. Кого берешь? Эгдриана. Ты сразу Эгдриана? А что ты не хочешь сразу Рактовора? Возьми им и попробуй, как? Да. Давай. Итак, Слава взял Рактовора, да, первого? Да. Никитка, кого ты против Рактовора берешь? Ты берешь Одекса. Ну, Никитка знает. А, ты берешь Экскалиуса. Да, Экскалиус. Гол. Итак, на синей арене. У нас на арене сегодня новичок в нашей коллекции. Рактовор R2 Orange против Экскалиуса. 3, 2, 1. Пуск! Итак, в первом раунде у нас Рактовор проиграл. Слава решил его обратно запустить как-то безобразно. Вот поэтому он и проиграл. Ребята, 1-0. Никитка, ты побеждаешь в первом раунде. Слава, Никита, бери, кого ты берешь?
Никитка берет синего Волтроека. Против Волтроека кого ты берешь, сынок? Ты Випера берешь. Ты берешь Вайврона, да? Хорошо, ну бери кого хочешь. Вот это Вайврон. Да. Итак, на арене. Вайврон против Волтроека. 3, 2, 1. Я могу победить. Ну, если выстоишь, то победишь. Потому что я помню, как мы сказали с Никитой, я победил. Волтроек, давай! Вайврон, давай! Итак, Слава, ты победил в этом раунде. И счет у нас 1-1. Нет, Слава, ты выбираешь. Да, теперь ты. Выбирай, кого ты берешь. Я давай, Сын. Выбирай, кого ты берешь. Ты взял Эвипера. Против Эвипера кого ты берешь, Никитос? Славику просто нужно его нормально запустить. Ну и тебе. Луинора. Луинор тогда его чуть не добил, да? Я могу его выбить, потом да. Вот, выбить. Видишь, какая стратегия у Никиты, Слава? Видишь, прикольно. Итак, хорошая, уже лучше, сынок, уже лучше. Ты уже сам начинаешь думать и определять, кого же брать против кого. Итак, на арене. Эвипера против Луинора L2. 3, 2, 1. Пуск! Да, Никитка, это считается за поражение в раунде. И счет у нас 2-1. Никита первый сейчас выбирает. Сейчас выбирает Никитосик. Давай, Никитосик. Давай, Никитосик, выбирай. Кого ты берешь? Волтрековый. Ты V3 грин берешь. Это выносливый, да? Да. Слава, против Волтрека V3 грин кого ты берешь выносливого? Это у нас эволюция. На зеленой арене сейчас будем играть? Да, я сразу ее подаю. Я сразу ее подаю. Ну как можно вот это? Ну бери. Бери. Ты взял Рактовора, да? Итак, на арене. Рактовор R3 против Волтроека V3 грин. 3, 2, 1. Пуск! Слава, ты поспешил только что. Я на один. Да. Никита сейчас поиграет. Спасибо. А ты мне спасибо. Итак, счет у нас 3-1. Слава, молодец. Вот это ты сейчас все правильно, хорошо делаешь. 3-1, пока ты выигрываешь. Выбирай ты сейчас, сынок. Ты берешь Эхдриана. Против Эхдриана кого ты берешь, Никитос? Ты берешь Нептрюса против Эхдриана. Я могу его арена. Вытолкать. Можешь вытолкать. Тебе нравится все-таки Нептрюс, да? Ты помнишь его, как он на желтой арене у нас, да? Вот это вот постоянно всех там бил, разбивал, колбасил, да. Итак, на арене колбаса Нептрюс против Эхдриана. 3, 2, 1. Пуск! Вот он как его колбасит. Видишь? Так, так, на тебе, на. Вот так, смотри. Он так слабо запустил. Так, да. Потому что ты слабак. Итак, счет у нас 4-1 в этом. Как? Нет, ничего. Поровну? Он сказал, а, ты говоришь, все равно или поровну? Он я говорю, я проиграл. Да, итак, счет у нас 4-1. Никита, мне нужно, чтобы ты выиграл все время. Потому что, Слава, ты же, ну, в курсе, может, мы тебе откроем секрет, что тебе нельзя будет на чемпионате этом. Да, потому что Славе Стар запретили играть на чемпионате. Потому что ты самый сильный игрок и самый популярный сейчас в интернете. И поэтому тебе запретили играть, Слава, да. Просто знаете, почему? А пускай зрители напишут, почему Слава Стар, подожди.
Зрители, пахти... Не рассказывайте. Давайте у зрителей спросим. Зрители, наши любимые подписчики, расскажите, почему в Славе Стар нельзя играть на чемпионате так? Пускай напишут комментарии. Давайте, следующий раунд. Кто выбирает? Слава. Слава, выбирай. Ну, ты поедешь на чемпионат все равно, да, сынок? Да. Да? Папа скажет, можно поедем. А я сейчас должен. Да, Никита, выбирай ты первый. Да, я должен. Да. Положи. Слава. Ну, я уже сразу Гаруду? Беру. Нет, аж. Ты берешь Эгдриана. Это стрелы с колбасой. Триптуназу. Ну, это, ну, что я мог сделать? Ну, это стратегия. Молодец. Уже хоть запоминать стал. Мне это уже нравится. Ребята, на арене у нас Триптун против Эгдрина. Э-2, 3, 2, 1. Ух ты, Слава, он даже выпрыгнул. А еще победит, может быть. Я буду смеяться тогда. Проиграть. Уже проиграть, да? Да. Но он же потерял скорости по-любому, да? Да. Он вот так вот сразу на бок, вот так прямо сюда вот так на. Да, Триптун, сынок, проиграет. Ну и ничего. Запустил. Я все равно могу победить. Ничья. Да. Ребятки, у нас ничья в этом раунде. И мы дальше сейчас... А, подождите, я же говорил, что мы в следующий раз будем ложить. Давайте, ложите. Правильно? Да. Вы согласны, да, или нет? Вот так. Если он не победил, то значит ничья. Мы это сосчитаем ничью. И счет у нас остается 4-1 пока. Приз у нас сегодня Вайрон. Слава берет Когнайта К3. Никита, против Когнайта К3 кого ты берешь? Мама, я могу поставить. Ну да, ну у тебя же есть этот. Нах. Ну, может, это и есть последок? Ну, решай сам. Ты возьмешь Гаруду, да? Итак, это эволюция. И значит, у нас сегодня будет крутой бой. Гаруда против Когнайта К3. Я с иголочкой. И с иголкой? Ты ее сделал до конца? Итак, Когнайт К3 против Гаруды Г3. 3, 2, 1. Пуск! Всё, у меня капец. Чего? Так если я нагнулся и ударяю стакан. Смотри, выравнивается. Смотри, вот это борьба. Я такой еще борьбы не видел, ребят. Ничья. 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 Ложим. Ничья, ребята, ничья, ничья. Ложим. Тут я не засчитаю вам победу. Ложите. Ты согласен, что ничья, Никитос? Угу. Итак, вот это у нас борьба. 4, ребята. Один пока выиграл. Гаруда такой большой, что он не помещается на стол. Давайте его куда-то вообще спрячем. Так, давайте, следующий раунд. Никитос, выбирай. Никита взял Одекса. Против Одекса кого ты, сынок, берешь? Взял Одекса. Вот это интересный, конечно, матч. Одекс против Одекса. Слава стал думать как-то и решил положиться на свою сегодня удачу. Итак, на арене два Одекса. Одекс Грей и Одекс Блу. 3, 2, 1. Пуск! Ты видел, как он его подрезал? Итак, счет у нас, ребята, 5-1. Слава, я тебя поздравляю. Вот твой Вайрон, держи. Это твой заслуженный приз. Молодец сегодня. Пожмите, ребята, друг другу руки. Вы сражались круто. Никитос. Фух, ну мы... А смотрите, какой тут наконечник. Такой же самый, как и у всех. Подожди. Как и у всех Вайронов. А ну дай мне Вайрона. Да, Вайрон, такой же самый. Такой же. Сыночек такой же, но просто он очень редкий, я его еле-еле, я его только нашел, я его сразу забрал.
за очень такие серьезные деньги, если честно. Папа, да. Я хочу. Вот, ребята, смотрите, Вайвран какой фиолетовый, крутой. И вот можете сосканировать, кто хочет его, пожалуйста. Сынок, ты собрал его? Давай соберем. Фиолетовый Вайвран. Я дал ребятам сосканировать. Давайте, становитесь, говорите пару классных слов ребятам. Ребята, понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Самбуслава, Никита, всем пока-пока, до новых встреч. Давай, Вайвран. Вайвран. У меня защита, да? Да. Никита, ты можешь? Нет. А что, тоже защита? Хороший Ваня, да? Угу.